Всем привет! Наверное, у вас, как и у меня, практически всегда после работы остается определенное количество краски на палитре. Если эти краски не использовать в течение нескольких последующих дней, то они, к сожалению, безвозвратно засохнут. И их можно будет только выбросить. А ведь эти краски можно было потратить на еще одну картину. Сегодня я покажу отличный, проверенный мной способ хранения красок. Если вы думаете о том, что я буду рассказывать, как заливать их водой в баночках или прятать в морозильную камеру, то не спешите с выводами. Для этого нам понадобятся простые 10-кубовые шприцы, которые мы купим в любой аптеке. Но подойдут только те, которые с пластиковым поршнем. Для начала необходимо его вытащить. Потом мастихином собрать краску и погрузить внутрь, оставив на стенке шприца. Ставим поршень обратно и погружаем внутрь. Чтобы полностью исключить контакт краски с воздухом и остановить процесс полимеризации, закрываем шприц иглой, сдавливаем ее в нескольких местах и откусываем кусачками ненужную часть. Теперь краска герметично закрыта. Подобным образом сделаем со всеми красками. Этот метод на самом деле отлично работает. У меня таким образом хранились краски несколько месяцев и полностью сохранили свою подвижность и свойства. А самое главное, их можно без проблем извлечь обратно в любой момент. Их удобно транспортировать и хранить. Но если они вам понадобятся, то достаточно их выдавить, как из тюбика, в нужном количестве привычным способом. Таким образом, шприцы можно использовать неограниченное количество раз повторно, проделывая ту же самую операцию. Ну а чтобы совсем не испачкать руки, остатки краски можно стереть со шприца тряпкой и только потом закрыть поршнем. Так ваши краски останутся целыми, и вы избежите ненужных затрат. А чтобы эту полезную информацию увидели другие, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями и оцените его лайком. Расскажите в комментариях, как вы храните краски. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, потому что вас ожидает еще много интересных идей.